было в дни Амрафела, царя Синарского Ореха, царя Иларского, Кедорлаомера, царя Иламского и Фидала, царя Киомского. Пошли они войной против Беры, царя Содомского. Против Бирши, царя Гоморского, Шинала, царя Адмы. Шимавера, царя Сиваимского, и против царя Белый, которая Сигор. Все сии соединились в долине Сидим, где ныне море зеленое. 20 лет были они в порабощении у Кедорлаомера. А в 30-м году возмутились. В 14-м году пришел Кедорлаомер и цари, которые с ним, и поносили Рефаимов, Пашифор Канаиме, Сусима в Гаме и мимо в Шаве Харе в войне, и Харея в горе их сие. Дуял фарана, что при пустыне, возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мишпат, который есть Кадес, поразили всю страну, Амаликитян и также Амареев, живущих как Хацон в Амаре. И вышли царь Содомский, царь Гоморский, царь Адмы, царь Сиваимский, царь Белый, который есть Сигор. И вступили в сражение с ними в долине Сидим. С Кедорлаомером, царем Еламским, Фидалом, царем Гаимским, Амрафелом, царем Синарским, Ариохом, царем Елласарским. Четыре царя! Против пяти в долине же сидим, было много смоляных ям. И цари Содомские и Гоморские, обратившись в бегство, упали в них. А остальные убежали в горы. Победители взяли все имущество Содома и Гоморры, и весь запас их, и ушли, и взяли Лота, племянника Аврамова, жившего в Содоме, имущество его, и ушли. И пришел один из уцелевших и известил Аврама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, Амарианина, брата Эшкову и брата Неру, которые были союзники Аврамовы. Авраам, услышав, что вот родник его взят в плен, поручил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей Дадана. И разделившись, напал на них ночью сами рабы его, и поразил их, и преследовал их таковы, что по левую сторону
Дамаска. И возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил. Также и женщин и народ. Когда он возвращался после поражения Кедора, Ламиора и царей, бывших с ним, царь Садовский вышел ему навстречу в долине Шаве, что ныне долина царская. И Мелдиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, и был священник Бога Всевышнего. И благословил его, и сказал: «Богослови Аврама от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, благословен Бог Всевышний, который передал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из чего. И сказал царь Содомский Аврааму: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому: «Поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, владыки неба и земли, сюда же нитки и ремня, а то обуви не возьму от всего твоего, что бы ты ни сказал. Я богатил Авраама». Кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною, Анер, Эшкон и Мамри, пусть возьмут свою долю.